прогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор – меховые салоны «Рио». Меховые салоны «Рио». Мы открываем новый сезон. Новый сезон. Новые низкие цены. «Рио» – наш город гламурных мехов. 30 декабря, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 17 градусов мороза, днем минус 13. Пасмурно, без осадков. Ветер южный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 762 миллиметра ртутного столба. День удачен для дел, требующих тишины и спокойствия. Важные переговоры, оформление партнерских соглашений лучше перенести. Возможны досадные ошибки. 30 декабря можно заняться поиском работы, но отправляться на собеседование все же не рекомендуется. Финансовые предложения и доходы можно получить с совершенно неожиданной стороны. В любовных и личных делах важно сохранять равновесие между собственными интересами и интересами спутника. И самое время попасть к партнеру Небесной канцелярии в страну чудес. Страна чудес, страна сказочного детства. Подарите детям сказку. Железнодорожная, 31А. На этом у меня все. Желаю вам солнечного настроения. До свидания.